Стать ближе к природе самого большого и прекрасного озера России – Байкала теперь можно, не уезжая из Славянска на Кубани. Такую возможность жителям и гостям города подарил приехавший к нам на гастроли передвижной нерпинарий. Нерпинарий – это водное шоу, главные действующие лица которого – байкальские нерпы, близкие родственники настоящих тюленей. Аналогов этого шоу не существует, так как нерпы довольно скрытные и пугливые животные. Но коллектив нерпинария сумел найти к ним подход. Наша съемочная группа в числе первых посетила представление и готова поделиться увиденным. На 2 недели временным домом, а также концертной площадкой шоу байкальских нерп стал первый этаж торгового центра «Версаль», расположенного в Славянске на Кубани по улице Ковтюха, 17. Красочная вывеска приглашает всех желающих познакомиться с настоящим символом Байкала – байкальской нерпой. О том, что это за животные, в наших южных краях люди имеют смутное представление. Ты знаешь что-нибудь о нерпах? Слышала когда-нибудь о них? Не-а. Я ничего не знаю, но я надеюсь, что я что-то узнаю. Пока, в ожидании знакомства с неизведанным, в холле собирается публика, артисты вовсю готовятся к представлению. Три молодых нерпы – Нюша, Ульяна и Малыш – очень волнуются перед выступлением. Научить нерпу трюкам – дело непростое. Они не так игривы, как дельфины, а от природы имеют пугливый и скромный характер. У них у каждого своя мотивация. Кому-то рыбу много дать нужно, кому-то заинтересовать. Есть методика положительного подкрепления, называется. Чем больше рыбы даешь, тем лучше работает. Даешь еще больше, еще лучше работает. А еще нерпы практически не издают звуков. Но благодаря любви коллектива нерпинария к этим животным, их подопечные в ходе шоу научились даже исполнять своеобразную песню. Артисты совсем не разговаривают. И звуков никаких не издают. Весь детеныш, находясь рядом с матерью, способен издавать стон. Много интересной и полезной информации об этих удивительных животных с незабываемым взглядом рассказывает тренер во время представления. Приятным сюрпризом становятся подарки, которые артисты создают, взяв в зубы кисти и краски. Первая в Славянске картина – авторство байкальских нерп – отправилась украшать стены класса 5-й школы, ученики которого стали одними из первых зрителей шоу. Такой подарок растрогал даже педагога, сопровождавшего детей. Так все хорошо, столько впечатлений. Спасибо вам огромное. Мы вообще первый раз в таком бассейне сегодня так оказались. Очень хорошо, спасибо за все. Стоит отметить, что все шоу проходит на расстоянии вытянутой руки от публики. Такой близкий контакт с дикими животными завораживает зрителей и делает их активными участниками представления. После такого общения эмоции у детей зашкаливают. Мне все очень понравилось, я не пожалела, что пришла. Я все, что я узнала, это новое было для меня. И мне так понравилось. О каждом элементе этого шоу можно рассказывать бесконечно, но, как говорится, лучше один раз увидеть все своими глазами. К тому же в нерпинарии до 12 октября действует очень выгодная акция. Ребеночку, которому нету еще 7, он может к нам прийти по этому купончику в сопровождении взрослого. То есть ребеночек идет бесплатно, сопровождающий платит. А после представления с артистами можно сфотографироваться и покормить их. Нерпочка вылазит на подиум, вам позирует, вы всей семьей по одному делаете, значит, это стоит 300 рублей. Если вы хотите покормить, снять видео и также пофотографироваться, стоит наша услуга 400 рублей. В Славянске на Кубани нерпинарий проводит до 21 октября. Посетить представление можно со среды по воскресенье с 11 до 18 часов. Ответы на все интересующие вопросы по работе нерпинария можно узнать в кассе, которая расположена на первом этаже торгового центра «Версаль» по улице Ковтюха, 17, или по телефону 8 938 550 3070. Мария Климова, Игорь Ванчуков, программа «События».